Леска, круто! Школу завтра не надо, каникулы! Но почему только в книгах мальчик ради девочки подвиги совершает, а в жизни никакой романтики? Ой, с этими контрольными, да не до романтики, чуть годовую по математике не завалила. В общем, я расскажу тебе одну историю. Вот это подвиг ради тебя. Ну а ты? Что я? Ну хоть спасибо ты сказала. Ну, я хотела. Но когда вышла из класса, Тимохи не было. А потом забыла. Ну ты даешь. Ну и так иди сейчас скажи. Да ладно. Завтра скажу. Поздно ведь. Спит, наверное. Ура! Каникулы! Всем пока! Роза, у меня репетиция. Я ушла. Пока, мам! У меня тренировка. Я тоже ушел. С Тимохой футбол. Ой, мне же Тимоха нужен. А где вы будете? На площадке около школы. Ага, я обязательно приду. Мне ему спасибо сказать надо. Бедная Люси, 158 серия. Бедная сирота Люси нанимается на работу служанкой к пародистому бизнесмену Мухтару. Так, ладно, Тимоха никуда не денется, а сил пройдет. Ой, вот это чувство! Я никогда не забуду. Ой, мне же к Тимохе надо. Слушаю. Привет. Сонь, мне некогда. Давай скорее. Ух ты! Никогда бы не подумала. Ага. Опаздуешь? А! Ну вообще. А я будто не опаздываю. Ну что я? Колонная что ли пойду? Ладно. Еще один оладушек. А! Тимоха! Я совсем забыла. Тимоха. Ну давай, брат, пока. Увидимся. Ой, школа закрыта. Надо идти домой. Тимоху не видели? А мы его проводили. Мы тебя около школы ждали, что ли? Думали, ты придешь. Тимоха хотел бы пообщаться. Мы к нам домой пошли, а тебя не было. Я хотела, он уехал. И что мне теперь делать? Я его так не поблагодарила. Просто возьми и позвони им. Доступен. А не надо было откладывать на потом. Роз, да ладно. Келька у нас гений. Он точнее что-нибудь придумает. О, спасибо, дружок. О, салют. Спасибо, Тимоха. Роза. Это, наверное, за тест. Ладно, пожалуйста, Роза.